в гонке с машинками из мультика «Тачки». Сегодня у нас будут новые гонщики. Устроим кучу разных заездов. Трасса такая же, как в прошлый раз. На ней прикольно гонять. Вот здесь у нас зрители. Винга, Тим и Маквин. А с другой стороны вот такие зрители. Мэтр смешной с зонтиком. Сегодня у нас будут гонять ночные гонщики. Смаркач, Диджей и Буст. Также опять будет гонять Джаксон Шторм. Он из тачек 3. Еще будет гонять Круз Рамирес. Она тоже из третьих тачек. И еще Чика Хикс. Первый сегодня на старт выйдет Буст. А гонять против него будет Рамон. Пиши в комментариях, за кого ты болеешь. Гоу! Выиграл Рамон, а Буст застрял. Вот он, наш первый победитель. Тачка по имени Рамон. Наш следующий гонщик Смаркач. На старт. И с ним будет... И у него будет соперник Макс Шнель. Это немецкая тачка. Выиграл Макс Шнель. А Смаркач даже до финиша не доехал. Вот, посмотрите поближе. Это наш победитель. Карбоновый Макс Шнель. Теперь у нас поедет Круз Рамирес. На старт. А против нее Шу. Это Шу Тодороки. Я его привык называть Шу. Он из Японии. На сравнение Мукбол. Победила Круз Рамирес. А Шу Тодороки, вот он в кактусе. Не смог финишировать. Наша третья победительница. Круз Рамирес. Это четвертая пара гонщиков. Чика Хикс и испанская тачка Мигель Камино. Отправляем тачки на старт. Раз, два, три, гоу! Победил Мигель Камино! Четвертый победитель сегодня. Мигель Камино. А Чика Хикс проиграл. Хе-хе-хе. Сейчас опять поедет уличный гонщик. Это Диджей. Крутая тачка. На старт. Против него будет гонять Карло Даньяло. Бразильская тачка. Все, тачки на старте. На сравнение Маши. Карла выиграла, а Диджей вообще не поехал. Давайте еще раз попробуем. Гоу! Опять Карла. Диджей, походу, очень толстый. Объелся. И теперь у нас будет главная гонка. Джаксон Шторм и Дина Старт. И Маквин Динок. Если болеешь за Маквина, ставь лайк. Поехали. Джаксон Шторм победил. Победил Джаксон Шторм. А я болел за Маквина. Вот такие у нас сегодня победители. Карло Ганьяло, Рамон, Мигель Камино, Макс Шнель, Круз Рамирес и Шторм. Сегодня у нас новая супертрасса. Вот, посмотрите поближе. Это трасса по мультику «Тачки 3». В набор входит одна тачка. Это Круз Рамирес. Тут есть пусковое устройство для двух тачек. Еще тут есть Луиджи. У него в руках флажки. Так мы узнаем, кто победил. Он будет поднимать флажок. В общем, вот такая трасса. Сейчас мы на ней устроим супергонки. Первые тачки на старте. Это Круз Рамирес и джип Шифти. Гоу! Победила Круз Рамирес. Вот видите, Луиджи поднял флажок. Новая пара гонщиков. Это Макс Шнель и Шу Тодороки. Поехали! Первый приехал Шу. Такое ощущение, что ничья. Луиджи поднял два флажка. Но флажок Шу Тодороки он поднял выше. Вот видите, правый флажок чуть выше. Значит, победу отдаем.
гонщики. Зеленая тачка и еще какая-то тачка. Я знаю ее имя. На старт. Опускаем флажки. На стороне лимбар. Первая приехала. Зеленая тачка. Молодец. Новые тачки на старте. Это Тим и Рамон. Посмотрим, кто победит. Гоу! Победил Рамон. И упал. Следующие тачки. Это Джексон Шторм. И какая-то тачка. На старт. На старт. Победил Шторм. Надо посильнее бить. Теперь опять поедет Джексон Шторм, только против Маквина Динака. Победил Джексон Шторм. А теперь две старенькие тачки. Это Филмор и Шриф. 3, 2, 1, гол! Непонятно, кто победил. Луиджи пропустил. Заезд номер 2. На старт Няня Мак. Победил Филмор. Новые тачки. Маквин Джип. И Мэттер. Но он поедет задом наперед. Он же умеет. Поехали. Они не проехали. Но Луиджи считает, что победил Мэттер. Давайте еще раз. Опять победил Мэттер. Теперь будут гонять Кэл и Маквин обычный. Гоу! Победил Кэл. Молодец. А теперь поедет Сержант и какая-то розовая тачка. Победила розовая тачка. Сержант проиграл. Вот такая вот новая трасса. Надеюсь, вам понравилось. Сегодня будем играть в машинки-тачки. Для этого у нас есть супер-трасса. Она с пусковым устройством. Одновременно могут ехать две машинки. И еще у нас есть очень много машинок. Все они из мультика «Тачки». Из первой части, из второй и из третьей. Сейчас устроим супер-гонки. Машинки из мультика «Тачки 3» против старых тачек. Вот тачки из третьей части. Это Джексон Шторм. Это Тим. Это Кэл. Этого я не помню, как зовут. Если вы знаете, напишите в комментариях. А еще есть старичок. Его зовут Выхлоп. Он старенькая тачка, но гоняет прикольно. Получается, у нас 5 новых тачек. Им нужно выбрать 5 соперников. Первый будет Динака. Это Кинг Динака. Второй будет Шриф. Будет с этим. Третий будет Хадсон Хорнет. Четвертый будет Маквин. И пятая тачка Буст. Оночный гонщик. Гонщиков выбрали. Теперь нужны зрители. Первый будет машинка, которую я называю Яблочко. Я просто не знаю, как ее зовут. Второй будет вот такой. Третий будет Мэтр. А с другой стороны вот такие зрители. Диджей, Маквин и Смаркач. Первым поедут Маквин и розовая тачка. Отправляем тачки на старт. На старт, внимание, марш. Первый Маквин. Буст и Кэл. Отправляем на старт. Раз, два, три, гоу. Буст проиграл. А это наш победитель Кэл. Отправляем его к Макмину. Тут у нас будут победители стоять. Следующие гонщики. Выхлоп против Кинга Динака. На старт. Поехали. Динака выиграл, а у Выхлопа авария.
какие у нас победители. Две старые тачки и одна всего новая. Следующие две тачки. Тим и Шериф. Тачки на старте. Пиши в комментариях, за кого ты болеешь. На старт? Внимание. Первый Шериф. А Тим проиграл. Вот Тим застрял на финише. А вот наш четвертый победитель. Старый гонщик. А теперь у нас будет супер-супер заезд. Две очень быстрые тачки. Хадсон Хорнет и Шторм. На старт, няня Маш. Победил Джексон Шторм. Вот такие у нас сегодня пять победителей. Две новые тачки и три старичка. Еще раз назову их по именам. Джексон Шторм и Кэл. А из старичков вот эти три тачки. Молния Маквин, Шериф и Кинг Динака. Сегодня у нас опять супергонки. Но сегодня у нас необычные гонки. У нас новые гонщики. Когда я был маленький, я любил игрушки Робокар Поли. А сейчас я больше люблю игрушки из мультика Тачки. Сегодня устроим между ними гонки. Машинки из Робокар Поли против машинок Тачки. Посмотрим, кто окажется быстрее. Это главный персонаж из Робокар Поли. Это полицейский Поли. А в Тачках главный персонаж это Маквин. Значит, первая гонка будет между ними. Машинки на старт. На старт, няня Маша. Победил Маквин. 1-0 в пользу Тачек. Следующая машинка – это эвакуатор из мультика «Робокар Поли». Против него будет гонять Мэттер. Гоу! Победил Мэттер. 2-0 в пользу Тачек. Ура-ура! Теперь на старте две девчонки. Эмбер из «Робокар Поли» и розовенькая машинка из Тачек. Поехали! Опять выиграли Тачки. Розовенькая победила. 3-0. 3-0 ведут Тачки. Теперь будет гонка между автобусами. Фильмар с Тачек. На старт. И Скулби из Робокар Поли. Он школьный автобус. Посмотрим, как гоняет. Поехали! Скулби перевернулся, но он выиграл. Вот, видите? Луиджи поднял флажок со стороны Скулби. Значит, 3-1. Теперь поют две зеленые тачки. Это Клини из Робокар Поли. А это Чика Хикс из Тачек. Чика, по-моему, был первый. Но Луиджи поднял флажок со стороны Клини. Значит, победила Клини. Теперь счет 3-2. Догоняют Робокары. А теперь будут две красные тачки. Это Рой из Робокар Поли. На старт. Ну и, конечно же, Маквин. Тоже на старт. Поехали! Маквин победил! Счет 4-2. Ведут тачки. Ну, теперь последняя гонка. Две желтые тачки поедут. Это Фиберфуил с тачек. На старт. И каток из Робокар Поли. Тоже на старт. На старт, внимание, марш! Победил Фиберфуил. Сегодня у нас новый челлендж. Устроим супергонки. У нас будут гонять машинки Hot Wheels против машинок из мультика Тачки. Скоро узнаем, кто окажется быстрее. Первым на старт пойдут Джексон Шторм. Иди на старт. И какой-то джип Hot Wheels. Сет, внимание, марш! Первый Джексон Шторм! В первой гонке победил Джексон Шторм. А это Hot Wheels, который проиграл. 1-0 выигрывают тачки. А теперь поедет вот такой Hot Wheels. На старт. И вот такая тачка, зовут Мюре. Раз, два, три, гоу! Победил Hot Wheels, а Мюррей проиграл.
а Мюррей проиграл. Счет 1-1. Следующий поедет вот такая розовенькая тачка. И Hot Wheels такой. Зелененький кабриолет. Поехали! Опять Hot Wheels победил, а тачка вылетела. Значит, счет 2-1. Выигрывают Hot Wheels. Следующие гонщики. Это Тим из тачек 3. И джип на огромных колесах. Но это не джип, просто тачка. Гоу! Кактус опустился вправо. Значит, выиграла тачка. Hot Wheels проиграли. Теперь счет 2-2. Новые тачки. Это Cruz Ramirez. Железная. А тогда была пластмассовая. И Hot Wheels. Полицейский Hot Wheels. Полицейская тачка. Гоу! Опять выиграл Hot Wheels. Cruz Ramirez проиграла. Так что счет 3-2. Hot Wheels впереди. У нас новые тачки. Это Кэл. Где на старт? Из мультика «Тачки 3». И машинка из «Звездных войн», похожая на Porsche. Раз, два, три, гоу! И опять тачки проиграли. Да что ж такое? Hot Wheels ведут 4-2. Я думаю, выиграют тачки. И теперь главная гонка. Молния Маккуин Динака на старт. Против какого-то джипа Hot Wheels. Поехали! Опять проиграли тачки. Итоговый счет 5-2. Выиграли Hot Wheels. Мне кажется, Hot Wheels просто легче. И поэтому выиграют. Вот такие сегодня у нас были гонщики. Все крутые. Якоб, всем привет! Сегодня у нас третья часть гонок. Вот, посмотрите, сколько гонщиков. Это машинки из мультика «Тачки». Все из разных частей. Сегодня необычные гонки. Все тачки будут гонять против Шторма. Вот он, Джексон Шторм. Он решил, что он сможет всех победить. Сейчас это проверим. Вот, посмотрите поближе на Шторма. Это тачка из третьей части. Он очень красиво выглядит. И, кстати, очень быстро гоняет. Сегодня посмотрим, сможет его кто-то опередить или нет. У нас сегодня много новых гонщиков. Например, 3 новых джипа. Это Blue, это Idle, а это Shifty. Но на трассу помещается только Shifty. Так что гонять будет только он. Еще вот 2 классные тачки. Это Mac и Королева из второй части. Ну все, давайте гонять на старт. Идет Шторм у нас. И Яблочко. Это зеленая тачка, я ее называю Яблочкой. На старт няня Маша. Победил Джексон Шторм. Первую гонку выиграл Джексон Шторм. А мой любимый Яблочко проиграл. Следующий соперник Шторма. Я не знаю, как зовут эту тачку, но выглядит она класс. Сейчас посмотрим, как он гоняет. На старт. И опять победил Шторм. Теперь Шифти попробует обогнать Шторма. 3, 2, 1, гоу! Шифти перевернулся. Нужен повтор. Попытка номер 2. Шифти не умеет гонять на этой трассе. Значит, проиграл. Теперь тачка-девчонка. Это бразильская гонщица. Карла Ганьяла. На старт. И опять Шторм оказался быстрее. Прям непобедимый. Следующая тачка тоже из третьей части. Это Cruz Ramirez. Тачки на старт. Поехали! Победила Cruz Ramirez! Ура! Наконец-то хоть кто-то его опередил. Теперь на старт выйдет грузовик Mack. Mack не помещается. Придется заменить гонщика. Вместо Mack поедет Чика Хикс. Поехали!
проиграл. Теперь огромная королева попробует выиграть. Королева очень большая, застряла. Новый гонщик. Это карбоновый Мигель Камино. Гонщик из Испании. Гоу! Опять выиграл шторм. Надоел уже. И последний гонщик на сегодня. Это Мэтр. Если болеешь за Мэтра, ставь лайк. Поехали! Победил Джексон Шторм, а Мэтр проиграл. Вот наши сегодняшние гонщики. Все проиграли. Только Крус Рамирес смогла выиграть. А Джексон Шторм настоящий чемпион. Очень быстро гоняет. Ну как вам гонки? Понравились? Если понравились, ставь лайк. А на сегодня это все. Всем пока-пока.